Друзья мои, привет! С вами Ромео. На своем канале «Вторая жизнь комнатных растений». Я вас приветствую, рад и благодарен вам, что ко мне забегаете на страничку. Я продолжаю коллекцию свою собирать филодендронов. Представляю вашему вниманию филодендрон Руби. Плотный, хороший ствол красного цвета, прожилки у него красного цвета, зеленого цвета листья и вот такие продолговатые, большие, хорошие, плотные листья. Тут даже уже есть возможность его почеренковать, но я пока этого делать не буду, потому что думаю, пусть пока прихватится, попозже будем его размножать. Это я заказал с рук. Мне пришла макушка с рук. Хорошая макушка. Два раза его обработал, вроде бы ничего такого подозрительного нету, но на всякий случай. Случай всякий бывает. Растет в каком-то кокосовом субтракте, я так понимаю, его хозяйка сажала. Что я вам предлагаю? У меня есть огромное большое кашпо напольное. Я не знаю, ну, необъятных размеров, неподъемное. Там когда-то у меня росло дерево. И я решил выйти из ситуации. Взял из-под воды пластмассовый вот этот бутыль. Весь его продрявил, чтобы воздух гулял хорошо, и дно, и с боков все аккуратно продрявил. Вот, посадим мы его в этот бутыль, а этот бутыль поставим в большое напольное кашпо, в котором у меня будет 3 филодендрона. Туда я посмотрел, вот такого объема 4 навряд ли влезет. 3, скорее всего, да. Но если 4 влезет, будет вообще круто. Они очень похожи с собой, между собой. Вот этот филодендрон Руби. Там у меня филодендрон еще готов туда же в посадку. Red King. Вот. Тоже похожи большие листья, объемные. Рохо Конго я еще хочу туда подсадить. Вот, чтобы 3 были большие, объемные, крупные листья, но они будут немножко отличаться. Листья, стволы. Ну, я думаю, что это будет очень красиво смотреться. Так, что я вам предлагаю по поводу грунта? На мое удивление оказалось, что грунт, который совершенно случайно был создан, очень даже хорошо подошел. Что я тут сюда добавляю? Кокосовые чипсы, мокс, фагнум, кокосовое волокно попадается, вот чипсы вот такие кокосовые. Режу сюда, рублю сосновая кора, мокс, фагнум, да? Вы знаете, ну очень понравилось моим растениям, особенно вот филодендронам, которых я уже посадил в этот грунт. Они все хорошо себя чувствуют, все хорошо себя ведут, им очень понравилось. Так. Достаточно. Чуть не забыл. Палка. Да что ж такое, я забываю при посадке вставлять палку. Эти палку. О, ставили. Стоять. Так.
Руби. Он зарос тут. Он у меня-то стоит уже больше месяца. А тут еще и у девочки он простоял. Так. Вроде бы нормально будет. Так, я обычно при посадке стал обрабатывать растения фитоспорином. В данный момент нету, я вот корневинь достал. И просто припудриваем корни. Просто припудриваем корни. Он не обжигает корни, все хорошо. Это от головной боли. Так, написал сегодняшнее число. У нас, кстати, сегодня какой-то хороший лунный день, который позволяет работать. Вешаем здесь, чтобы не забыть, кто это у нас. Тем более они будут в одном кашпо, чтобы не путаться. Вот. А вы подпишитесь на мой канал. Каждую субботу и воскресенье, или воскресенье, я даю лунный календарь для цветоводов и вкратце рассказываю, что, когда, в какой день можно делать посадки, пересадки, черенкования. Вот. Я продолжаю за ним следить. Так, самое важное. Подкормки. Я стал пользоваться подкормкой по совету Радифарм. Очень классная подкормка, мне понравилась. Растения очень хорошо на эту подкормку реагируют. Радифарм обещает, что будет какая-то невероятно большая корневая система. Цветок будет красивый. Да, цветы реагируют, действительно. Цветы какие-то все какие-то бодренькие стали. К нему приходит вот такая пипетка. Я беру 1 миллиграмм этого раствора, развожу на 1 литр воды. И первых 2 полива я поливаю Радифармом. Больше я не поливаю. Ну, я просто боюсь перестараться. Все-таки, как ни крути, химикат разнесет корневую, а сам... Ну и что я потом буду с этим делать? Вот. Ну, для первых 2 раза больше, чем достаточно. Растения очень-очень себя хорошо проявили. Прям в полном восторге. Вот. Палка прям удачная. Танцую с бубном, читаю молитвы и обязательно вам покажу, что же все-таки у меня получится в этом огромном кашпо. 3 или 4 влезет, как называется, растение. Поэтому веду съемки в будущем. Сегодня потерпите чуть-чуть и все вам покажу. Друзья мои, привет! Моя новинка в моей коллекции филодендронов. Появился в июле месяце филодендрон Руби. Филодендрон Руби растет на таком вот толстом, больше чем с палец, стволике. У него вот такие капли видны, вот удлиненные листики. И вот такой темный красного цвета стволик. Приствольные листовые стволики и сам стволик красного темного цвета. По идее он должен вырастить вот прям, я не знаю, в 3 раза больше листья, чем вот этот филодендрон в данный момент мне дает.
Почему? Теперь я вам могу показать, почему я делал посадки вот в эти бутыли, да, из-под питьевой воды, потому что у меня вот этот напольный кашпо, я не знаю, 50-70 литров. И у меня здесь растет 3 филодендрона. Один из них, этот филодендрон Руби. Да, согласен, он прост в уходе. Не капризничает, он ничего от меня не требует. Его все устраивает. Я с ним с легкостью договорился в этом грунте с поливом, при том, что у меня проблемка, да, с поливом. Слава богу, он у меня ничем ни разу не заболел. Корни у него не гнили, ничего не происходило, все хорошо. И выпустил он мне, сейчас вам скажу, за это время, ну вот, вот этих 3 листика. Вот за с июля месяца. За июль, август, сентябрь, октябрь. За 3 месяца 3 листика вырастили. Я думаю, что когда он заполонит там себя корневой системой эти горшочки, и он пойдет, даст мне рост. И за зиму, я думаю, что мне удастся подрастить его уже покрупнее, и чтобы листики эти были побогаче, покрупнее, в раза два точно. Только ради фарм и только биогумус, чем я его подкармливал. Все, больше ничего не делал. Из личилок единственное, что один-единственный раз я его помыл, филодендрон Руби, зеленым мылом, потому что у меня один филодендрон поймал клеща, и я на всякий случай все помыл, что рядом там находилось или стояло. Поздравьте Романа Сергеевича с пополнением коллекции и с хорошей адаптацией с филодендроном Руби. Ждем от него прекрасного роста, уходим в зиму. Забота, любовь, вкусняшки подкармливать буду его. И думаю, что на следующий год у нас просто будет замечательное, огромное, красивое кустище. Да. Обязательно перейдите в описание. Я оставил вам ссылочки на страницу свою в Яндекс.Дзен, если вы пользуетесь, или если вы пользуетесь ВКонтакте. Там тоже я завел страничку. Все видеоролики я дублирую, все показываю. Подпишитесь на тот случай, после того, что было предупреждение, что, скорее всего, возможно, для России будет закрыта платформой YouTube. Будет обидно, но как есть. Будем справляться с этим. Ура, ура, ура. Заведите, кстати, обязательно заведите. Он прост, да. Просто зеленый такой большой лист будет расти на красном, таком красивом, толстом стволе. Прост, красив. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пальчик вверх. Пока.